Полезнее камень на обум бросить, чем слово пустое. Привет, Даша. Это очередная попытка снимать о книгах не только в конце месяца, не только во время их приобретения. И сегодня я буду рассказывать, говорить о двух книгах. Ах ты, Шишкин кот. У меня тут шпора. О двух книгах Джеймса Боуэна про кота Боба. Значит, первая часть называется «Уличный кот по имени Боб», а вторая «Мир глазами кота Боба». Сразу хочу предупредить, что мое мнение, скорее всего, будет отличаться от мнения большинства, которое сводится к тому, что это уси-пуси, ня-ня-ня, няшка, каваи и мими. Хотя, безусловно, местами и мими, и няшка, ну, не в такой степени, как все там. Ну, собственно, мое мнение. Мужчина, это автобиографичное все, мужчина, оказавшийся фактически на дне жизни, бывший наркоман, ну, как бывший, он пытается из этого выкарабкаться, но и выкарабкаться вообще с улицы, но ему не хватает волшебного пенделя. И этот волшебный пендель не замедляет появиться в виде уличного кота, которого впоследствии наш герой называет Боб, как это очевидно. И вот тут-то его жизнь меняется. Да, то, что зарабатывает он вначале игрой на гитаре на улицах, а кот приобрел такую привычку всюду следовать за своим не хозяином, я бы предпочла слово друг, за своим другом, но необычно несколько, сидя у него на плече. Представляете, человек, у него на плече рыжий кот или там играет, и опять же этот кот, разумеется, это не может вызвать... не вызвать умиление у мимо проходящих. Все подходят, гладят, фотографируют, снимают на видео, ролики потом на YouTube, и таким образом кот вместе со своим другом становится известен во всем мире. И скоро в связи с этим, благодаря этому герою и автору этих книг протягивается лазейка, которую успешно, за которую хватается и крапкается наверх. Вот такая вот история. И, собственно, давайте теперь разберем каждую из частей. Первую часть, как его там, вроде Джеймс. Да, Джеймс Боуэн, не могу никак запомнить. Написана первая книга очень таким простым языком, простыми предложениями, ну, что вы хотели, человек первый раз что-то пишет. Написано очень подробно, просто очень подробно. Что он подумал при определенном действии, что он не подумал, все вот эти его какие-то метания, все, что он предпринимал, расписано с величайшими подробностями. И поэтому мне было интересно читать только начало, где, собственно, автор встречает своего друга впервые, и финальная часть. А то, что между этими двумя точками, как-то меня не порадовало. Я даже не хотела читать продолжение «Мир котами», «Мир глазами кота Боба», удачно говорилось. Но финальная часть меня переубедила, и я все-таки продолжение прочитала. И не жалею об этом ни капельки, потому что уж не знаю, что там случилось с автором. Может, он уточнил перо в процессе написания первой книги. Может, он походил на какие-то курсы, может, какая-то еще есть причина. Но стиль написания изменился к лучшему. Слог просто превосходный. Написано гораздо более увлекательно.
Это по сути он повторяет то, что было в первой книге, но при этом я бы не сказала, что прямо пересказывает. Хотя, в общем, я хочу сейчас процитировать слова из моего любимого фильма «Три идиота». Хочу дать совет. Хочешь — слушай, хочешь — нет. Совет такой. Начать читать со второй книги «Мир глазами кота Боба». И если понравится, тогда уже читать первую. Потому что, в принципе, это то же самое, только вторая написана более хорошим языком, более грамотно, более так живенько и захватывающе. Зато достоинство первое — это подробности, много подробностей. И так что, если захочется подробнее уже узнать что да как, то переходить тогда уже к первой части. А если не захочется ничего более подробно узнавать, хватит и того, что во второй книге, то можно и не тратить свое время. Я слышала очень много отзывов, что очень трогает сердце, очень умилительно, очень прямо вот сердце сжимается, слезы наворачиваются на глаза. То есть мне такого не было, честно. То ли я такая черствая, то ли что. Ну вот, ну, не было. Животных очень люблю. Кстати, у нас в подъезде есть кот, он, правда, не уличный. Но я вот про себя называю Бобом. Его на ночь хозяева вытуривают в подъезд, а вот он запускает. И когда я иду на работу, я его вижу, он на меня так смотрит, кстати, всегда словно я его съесть собираюсь и больше не вижу почему-то. Хотя я всегда с ним сисюкаю. Вот. Так что вот такое мнение сложилось о книгах. Хочу вам пожелать, ну, в связи, так сказать, с таким сюжетом, быть добрыми к животным, не бросать их в беде и, по возможности, конечно, давать им приют. И они принесут вам тогда счастье. На этом все. До скорых книг. Пока-пока.